Стоп. Видно, есть что сказать. За круглым столом у замглавы Ленинского района Сергея Гаврилова собрались застройщики жилищного комплекса усадьбы Суханова и актив местных жителей подсобного хозяйства Суханова. Центр спора – деревья. Переживают за хвойный лес, боятся, что его станет меньше. В процессе строительства не было вырублено ни одного дерева, и вырубаться не планируется. У нас очень красивое будет благоустройство, обязательно будет фонтан, красивые дорожки, детская площадка, спортивная площадка. Итак, есть план строительства, есть вековые сосны. Одно другому не мешает, но жители Суханова все равно нервничают. Лишаться красот природы им не хочется. Не всем застройщикам сегодня можно доверять, и защитники леса деревья пометили, пронумеровали и даже говорят, что охраняют по ночам. Вот на сегодняшнем круглом столе и застройщик, и администрация заверили жителей, то, что вырубать лес они не собираются, то, что большая часть леса будет сохранена, и даже застройщик готов ее за свой счет благоустроить. Анатолий Хомяков стал инициатором официальной встречи спорящих сторон. После того, как в присутствии руководства района были даны обещания, вздохнул облегченно. Более того, в ходе переговоров было решено несколько ужать стройку, дабы отнести ее подальше от лесного массива. Площади строительства предложили сократить благодаря повышению этажности. Мне кажется, это будет прекрасное решение, потому что оно позволит сохранить весь лесной массив. И, кажется, неожиданное решение всех более чем удовлетворило. Ну, нас вполне это устраивает, а это наш проект планировки, который сейчас был практически одобрен. Лес, о котором так переживают местные жители, находится за моей спиной. От одной дороги и до другой. Весь промежуток не будет застраиваться. Застройщик утверждает, что не будет вырублено ни одной сосны. Вопрос, в принципе, понятен. Да, мнения сторон были услышаны. Застройщик проводит реализацию договора развития застроенной территории. Предполагается отселение жителей из аварийного фонда, который там находится. Отселение жителей из аварийного фонда – задача, безусловно, приоритетная. Но не более важная, чем сохранение в Подмосковье даже самого маленького участка леса. Обсуждать возможность нестроительства в некоторых местах домов за счет более уплотненной застройки или повышения этажности будут на всех уровнях. Татьяна Кременецкая, Евгений Петров, Павел Игнатьев, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.